Вот Саша Дракон, директор танцевальной студии «Школа Дракона». Вы смотрите обучающий видеокурс «Хип-хоп. Быстрый старт». А спонсор этого видеокурса – компания «Пионер», представляющая аудиосистему для танцоров «СКИС». Друзья, сейчас вы смотрите очень важный видеоурок. Он посвящен тому, как работать с музыкой, как ее слышать и что вам для этого, собственно говоря, нужно. Во-первых, вся музыка состоит из определенных повторяющихся кусочков. Музыканты их называют тактами, танцоры называют восьмерками. Ну, так как мы с вами танцоры, я буду тоже оперировать этим термином. Восьмерка. Восьмерка — это 8 счетов, через которые ритмический рисунок песенки повторяется. Давайте теперь соединим наши вот эти вот самые восьмерки с музыкой. Сейчас вы это сами услышите. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу, молодцы. И сейчас мы сделаем такое упражнение. Вы должны будете взять свои руки и похлопать чуть-чуть. Для этого, чтобы вам было удобнее, разомните ладони. Они вам пригодятся. И теперь вам нужно прохлопать второй, четвертый, шестой и восьмой счеты. Окей? Не первый и третий, а вот именно четные. Они похожи на хлопки. Попробуем? Послушайте сначала немножко композицию. Вот эти сухие щелчки. Окей. Легко, да? Теперь с помощью функции Tempo Control я замедлю композицию. Сделаю ее помедленнее. И наша задача снова прохлопать эти же сухие щелчки, четные. Ну а чтобы вы не заснули, теперь я увеличиваю скорость музыки и наоборот делаю ее на 20% быстрее. С помощью функции Tempo Control, которая есть на аудиосистеме STIS и которая очень удобная. Заметили, стало быстрее. И вы тоже должны стать быстрее. С помощью функции Tempo Control. Если на вашей аудиосистеме такой функции нет, ничего страшного. Возьмите несколько треков просто разной скорости и попробуйте прохлопывать четные счеты. Это был первый навык, с которым мы познакомились. Сейчас мы познакомимся со следующим навыком. Как я вам уже говорил, все делится на кусочки из 8 счетов. И сейчас нам с вами предстоит научиться определять начало этих кусочков. Потому что любое движение, которое вы будете делать, изучая этот видеокурс, оно должно начинаться не с какого-то любого счета, а именно с первого. На самом деле все очень просто. И вы больше просто почувствуете, как музыкальная тема начинается заново. Вот давайте вместе попробуем. Вот идет трек. 6, 7, 8. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понятно? Вы слышали, кстати, что там, когда я считал, после восьмого счета даже возникла пауза. Она не с пустого места возникла. Любые паузы, добавление новых музыкальных инструментов, вокала. Все оно, как правило, происходит с первого счета.
Итак, друзья, сейчас вы выучили очень полезный видеоурок. Я вам советую потренироваться. Возьмите ваши любимые композиции, попробуйте их, во-первых, прохлопать. Во-вторых, научитесь находить начало вот этих восьмерок, потому что именно с них вам нужно будет уже начинать ваше движение. Что ж, друзья, сейчас вы посмотрели очень-очень важный видеоурок. Мы с вами выучили два навыка. Первое, мы узнали, как соединять счет с музыкой. И второе, как определять начало восьмерок. Потому что любое ваше движение, любая связка, все это начинается обязательно с первого счета. Друзья, с вами был я, Саша Дракон. Вы смотрели урок из видеокурса «Хип-хоп. Быстрый старт». Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезным, то поднимайте на нем пальцы, ставьте лайк, добавляйте к себе его на странице, добавляйте к друзьям его на странице. Ну, а также подписывайтесь на YouTube-канал Dragon's Dance Studio и смотрите обучающее видео по аудиосистеме STIS. Как использовать аудиосистему STIS. Компания Pioneer создала аудиосистему STIS специально для танцоров, то есть для нас с вами. Поэтому кроме отличного саунда и космического дизайна есть еще куча интересных функций. Но обо всем по порядку. Начну с обзора ее возможностей. Мощность 40 Вт. Этого вполне достаточно для того, чтобы прокачать и большой зал, где мы тренируемся всей командой, и использовать для уличных туз и выступлений. Корпус пылевлагозащищен. А это значит, что система не боится ни дождя, ни пляжа. Можно легко подключить выносной микрофон. Это облегчит ведение открытого урока или какой-то вечеринки. Также легко подключается любой плеер, флешка. И у системы есть 4 гигабайта собственной памяти. Ее можно использовать как док-станцию для iPhone или iPod. STIS может работать как от сети, так и автономно от батареек. Теперь перейдем к электронному сердцу системы, а точнее к ее программной части. В первую очередь нам нужно скачать бесплатное приложение Mixtrax с сайта mixtraxglobal.com. Устанавливаем себе его на компьютер, загружаем в него все наши любимые треки. Приложение их анализирует, определяет тональность, жанр, темп. И вот, теперь наша музыка готова. Загружаем ее на STIS, и STIS полностью готов к работе. Друзья, мы добрались до самого интересного и вкусного, до функций, которые превращают бумбокс в настоящего диджея. Функция DJ Mix – это возможность слышать непрерывный микс из любимых треков. Вам достаточно выбрать жанр и вперед. Никакого переключения треков, никаких пауз, только музыка. Функция Auto Battle – настоящая находка. Это возможность провести полноценный батл без диджея. Мы сами выбираем, сколько у нас будет раундов, какова будет их длительность и стиль, которым мы будем танцевать. Более того, за 10 секунд до конца аудиосистема сама подскажет танцору, что пора закругляться и уступать место сопернику. Например, пусть у нас будет по 2 выхода в батле у каждого. Первый жанр будет хип-хоп, второй – поппинг. Длительность каждого выхода – 40 секунд. Поехали! Итак, друзья, переходим к группе функций, которые нам помогают разучивать хореографии и связки. Функция темпо-контрол позволяет увеличивать и уменьшать скорость играющего трека. Это очень удобно, когда мы учим новую хореографию или связку, и когда мы не готовы сделать ее в полную силу. Мы берем, просто снижаем скорость, учим на этой скорости, а потом, когда уже уверены в себе, повышаем ее до нормального уровня. Есть еще одна функция, которая позволяет здорово экономить время. Это функция Dance Cue. Мы можем выставить якорь на любом месте музыкальной композиции.
и одним нажатием вы возвращаетесь к этому якорю. Теперь не надо перематывать или ждать по минуте, прежде чем начать делать нужный кусок танцевального номера. 8-bit skip позволяет быстро найти нужный кусок трека, перематывая через 8 счетов или через квадрат. Также есть еще одна очень интересная возможность. Вы можете использовать Keys как драм-машину. Для этого в приложении Mixtrax вы можете написать свои собственные мелодии, по сути свой небольшой трек, и Keys его будет проигрывать на полную мощность уже на тренировке. Это отличная возможность самому начать писать музыку и развить чувство ритма. Keys — это словно аудиосистема из будущего. Она позволяет реализовать все, что нужно танцору в его повседневной танцевальной жизни. Раньше об этом даже нельзя было мечтать. А из этого видео вы узнали, как это можно реализовать на практике. Все очень удобно, просто и функционально. Я уверен, что Keys станет вашим надежным товарищем и другом.